Александр, ну, по нашему очень простому заданию, вы в течение всех этих вот речей смотрели, что-то себе записывали, мы бы хотели услышать небольшую оценку по проектам. Ну, что вам понравилось, что вы порекомендовали, или наоборот сказали, вау, круто, или... Вот. Или идите. Да. А, ваше мнение? Ну, несколько проектов я видел до этого, просто... Они мне как-то знакомы. Ну, мы не знали ничего. Да, я не буду никого... Я попытаюсь сделать какой-то обзор, который для себя вывел, и скажу, что неправильно. Во-первых, никто не говорит, насколько стоит ему привлечь одному потребителя. Вот, потому что отсюда начинается оценка бизнеса, сколько нужно потратить денег, чтобы это случилось. И с этой точки зрения, это, наверное, самое главное замечание ко всем, кто выступал. А только компании попытались сказать, как они будут использовать деньги. Остальные говорили, мы будем тратить деньги на рост. На рост какой-то физический, шире, глубже. И это никак не прозвучало. Вот, прозвучало более-менее в одной компании. Транспортной компании. При этом, как бы, при всей, так сказать, транспортной компании, у нее есть одна проблема, BRI, у нее проблема в том, что страховка груза, вот это, наверное, самое такое сложное дело, и тем более частные люди и бизнес, как они друг с другом будут там соотноситься при страховании груза в российское законодательное поле, это весьма сложная схема, попытки были брать залоги. А если большой груз, то вот на сколько, 70 тысяч, не знаю, если на 70 тысяч долларов, то такой залог оставит, чтобы перевести груз. Вот, поэтому при всей, так сказать, такой вот, как бы, подходе смешать частных и бизнес, это такая сложность, как мне показалось. Что касается первого доклада, здесь вот явное перетаскивание каната между двумя вещами. Это открытый сайт налоговой и предложение делать что-то между человеком и этим. Я сказал бы, что проблема не раскрыта до конца, но на месте выступающего больше уделил внимание тому, что я рассказал бы о ожидаемых проблемах, потому что нам придется заявлять и платить больше налогов за недвижимость, за многие вещи, которые более сложные будут становиться с каждым днем, система вычисления. Но тут существует другая проблема, что в России нет налоговых представителей или агентов, как это есть в других странах, которые берут на себя, снимают головную боль с вас. А так вам дали какие-то консультации, вы все равно отвечаете за налоговую декларацию, и этот посредник, по сути дела, вам как-то немножко облегчает жизнь, и в этом плане эта проблема остается. Потом у нас еще был юноша, который говорил о реал-эстейте. Я так и не понял, что он хотел нам донести. Честно говоря, про хомс? Мне как-то вспомнилась одна рыжеволосая девушка, которая приходила ко мне много лет назад, потом она стала шпионкой, но если мужчина закончит мальчик той же судьбой, я как бы, он станет известным, конечно, но не на реал-эстейте. Это такая рыжая, красивая русская шпионка. Соответственно, если двигаться дальше, а еще к другим компаниям, я на Росинку записывал. Как насчет зарядки, вот этой вот зарядочки? Которая зарядочка? Ходишь и... Вы знаете, я не понимаю, почему молодому человеку надо открыть, по сути дела, на Kickstarter'е предложение, если оно такое работающее, то он может запросто собрать те деньги, о которых он говорит, просто-напросто люди заявятся и купят наперед, да, это очень популярная тема. Но Kickstarter работает только с американскими компаниями, с российскими не работает. Ну, это вопрос регистрации, что значит. Я думаю, что китайцы тоже не очень хорошо работают с российскими компаниями, потому что рубль, юань, перевод, все очень сложно. Они все равно предпочитают получать все в долларах, поэтому с этой точки зрения заказ на китайском производстве все равно будет делаться в России. Исходя из этого, это будет в любом варианте решение, которое нужно решать. Поэтому с точки зрения зарядки, если проверить физический принцип, он работает, может быть, это интересно, но надо понимать, что времени у таких вещей не так много. Я сказал, что может быть это хорошо для России сделать более серьезную заявку. Есть такая программа, я пошучу немножко, есть программа NTI-шная, которая называется AutoNet.
И там есть такие самоуправляемые автомобили, мы там сидели и обсуждали, что если взять российские дороги, которые вот такие вот все, то можно будет сделать электромобиль, который будет ездить, заряжаться сам, не надо будет его даже подключать туда. Поэтому я пошел бы более таким масштабным проектом и заявил бы, по крайней мере, на государственном уровне, у нас любят такие задачи большие. Воскресить ее мобиль. И, как-нибудь еще мобиль. Вот, но можно сделать. А с точки зрения зарядки, понятно, что вопрос состоит даже не в том, как заряжать, а как накапливать и сохранять энергию. С этой точки зрения это более такая техническая задача, потому что ясно, что по зарядке сегодня очень много есть всяких размышлений. Я видел компанию в Украине, которая заряжает там на расстоянии, они сейчас 5 метров в окружении, может стоять зарядное устройство, которое будет заряжать все телефоны, находящиеся здесь. А, соответственно, они пытаются сделать более длинное расстояние, чтобы эту зарядку делать, wireless такой зарядка. Но, опять же, это вопрос. Ну, к тому же, есть много вопросов, но это надо разбираться в физике, что там происходит. Но я бы рекомендовал идти на Kickstarter, где люди любят такие новинки. Те же украинские ребята из FedCube, они подняли на Kickstarter там, $600,000 на коробке, которые они поставили через полтора года. Это такие connected pets коробки, которые позволяют вам общаться с вашими животными, когда вы здесь находитесь. Играть с ними и делать много других вещей. Кого я там забыл упомянуть? Надо еще раз сказать. Здесь, да. Триада была. Не, про триаду. Триада, это была заряда. Это я рекомендую строить как раз электромобили. С точки зрения дисконты, здесь, мне кажется, очень много проектов. Я знаю, по крайней мере, которые пытаются в эту игру играть. Но буквально сегодня к нам приходил один в офис, похожий проект, достаточно продвинутый, у которого уже порядка 3 миллионов людей загрузили карточки с дисконтами, они работают с многими магазинами. И как вам? Я прошу прощения, ночью летел просто. Теперь еще то, что во-первых, проект, они как бы мало говорили про проблемы, как я говорил. Теперь есть еще проект, который был, касался последний, выступал. Здесь, опять же, в этом проекте весьма очень сложно судить о нем, потому что бренд, который он вывешивает, с эмблемами для нас, даже людей, которые приедут в Ханты-Мансийск, наверное, ничего значить не будет, потому что мы не знаем, мы знаем бренд Coca-Cola, мы знаем бренды другие, но тут какие-то картинки с пушистыми зверьками или еще чем-то. Я за это ничего не знаю, должен читаться в буквах. Это не первый проект, который делался. Есть проект Rakuten, если вы знаете про витрины, японский известный проект, это витрины, которые выставляются. Там реальные есть проект Wikimark, который пытался идти по этой теме. Они идут просто с точки зрения того, что я вывешу что-то о себе. Этого мало там, как мне кажется. Вот. Это то, что прозвучало последним. Наверное, так серьезно это так. Скажите, а вот вы сделали замечание по проектам, я бы хотела услышать замечание самому шоу, нам, может быть, у вас есть какие-то пожелания, что мы как-то можем переработать? Я понимаю, ваше шоу еще не закончилось? Нет, оно продолжается. И его вершина может происходить совершенно в другом месте. Сейчас будет рад, что мучает расстройство. Да. Ну, ваши любые рекомендации мы примем во внимание. Да. Я постараюсь. Позже. За критику. Позже. Александр, смотрите, давайте мы вас вот в середину сюда к нам. И у меня к вам вот есть небольшой, но мне кажется, такой интерес, который волнует всех. Да? Я вчера был на стрелке, там,
стою всем, рассказываю, вот у нас будет Александр Галев, тот самый человек, который прожил свою руку в создании вот этого Wi-Fi. Расскажите, пожалуйста, ну, в краткой версии, когда вы длинную рассказывали мне, то в краткой версии, вот как вообще пришла вот эта идея, что конкретно вы создали с этим Wi-Fi, и вот, чтобы все знали, какое же отношение к Wi-Fi имеете? Я считаю, что заявление, что мы сделали тот самый Wi-Fi, это слишком звучит громко. Если вспомнить, в 86-м году появился впервые протокол в 86-м году. Идея выделения свободы частот для создания радиосвязи. И 802.11 протокол, который сейчас лег, только в 96-м году появилось название Wi-Fi. До этого был протокол 802.11, это который протокол, который, собственно, реализовал радиосвязь. Так получилось, что в конце 80-х, когда мы строили ответ «Звездный свой» для против американских звездных войн, мы вытащили протокол, я не хочу говорить слово «я», мы вытащили протокол, IP-протокол в космос, для того, чтобы связывать спутники между собой, которые должны были бороться с звездами, там, всякими вещами. И так случилось, что в 90-м году мы впервые разрешили встречаться с иностранцами под прикрытием неких совместных предприятий. И в октябре 90-го года я встретился с такой замечательной компанией Sun Microsystem, которая в то время как раз продвигала впервые интернет. Если кто не знает, Эрик Шмидт как раз был одним из сотрудников Sun Microsystems и Google. То есть Sun Microsystems — это был такой прообраз Google в 90-е годы. Я полюбил эту компанию, потому что там ходили все в джинсах, все были очень простые. Ну, все были очень простые. Простые, гениальные, да? Там все играли, там тоже 20% времени можно было тратить на любые задачи. Во Фрайс, если знают, что такое магазин Фрайс, шоп такой электронный, каждому инженеру давалась возможность пойти купить, что он хочет, на какую-то сумму. Мне, когда я начал с ними сотрудничать, открыли чек, что я мог тратить 10 тысяч долларов, покупать все, что хочу, в месяц в этом электронном магазине, любые товары, для того, чтобы играться с ними. Да? И когда компания увидела, что мы через спутник уже передаем IP-протокол, что никто не делал в то время, потому что считали это глупостью, они сказали: вы можете построить такое маленькое радио, которое можно встроить в компьютер по протоколу 802.11. Ну, это был 92-й год. В 93-м мы построили и в Париже показали, как работают компьютеры, 16 компьютеров друг с другом. Match Netflix работали компьютеры, и это была первая реализация. Motorola не смогла уместиться в стандарт PCMCI, который, помните, появился уже в 98-м году. Были такие карточки, которые вставляли. Это был 92-93 год. И это никому оказалось не нужно в то время, потому что еще, если кто не помнит, в это время не было ни пауэрпоинтов, никто не передавал никаких фотографий через радио. Все ответили только простыми сообщениями, в лучшем случае письмами: «Привет, как дела?» и так дальше. Исходя из этого, когда мы вместе с Сан пытались это продать Эриксону, который был тогда лидером коммуникаций, они сказали: а зачем нам это нужно? Чтобы позже, встречаясь с тем CEO, который был в то время только стал CEO Эриксона, он тогда сказал мне, что в 2001 году, что это была его одна из тактических или стратегических ошибок. Но как бы это было. Но в итоге, в общем, мы с этим всем делом носились, а нам не передали спецслужбы американские, чтобы мы не стали распространять это в какие-нибудь руки, потому что это неловимое было радио, там была шифрация, там frequency pocket, ты не можешь поймать, или spread spectrum, там как бы расширяется. И в итоге, в общем, интересная история была там. В России мы пытались показать это кому угодно. Все закончилось тем, что нам от НАТО пришел заказ на 10 тысяч комплектов. И мы подумали, как мы их можем сделать. И вот та проблема, которая существует у молодого человека с зарядным устройством, тут наступает дефицит финансирования. Тут надо запустить производство 10 тысяч комплектов, где взять деньги. А венчурные деньги очень дорогие для этого.
Никогда не надо брать деньги на вещи, рисков на производство. И исходя из этого возникла идея, чем делать. Такие бегали, вокруг нас бегала целая куча народа. Потом пришло американское правительство, предложило определенную сумму денег, перекупило нам все патенты и все разработало. Так мы вложили свою долю в создание, вот эту часть патентов купили японцы, потом я знаю. Но когда таким образом, позже, уже в 96-м году, когда мы в 94-м году уже заняли совершенно другой темой, как зашифровать интернет-трафик, VPN, то, что сегодня, наверное, все знают. Ну, так вот, была история, длинно рассказать. А вот эта история, с, ну, если, конечно, можно рассказать, да, не знаю. Да, вы здесь смеете. История достойна американского... Да, вообще, я когда слушаю Александра, мне хочется просто книгу написать, да, потому что вы представляете, вот насколько, ну, собственно, сложный, с тобой мега интересный, да, по промежутку лет, то есть прям жизнь. Вот, Александр, а вот можно ли ту историю рассказать с нашим Министерством обороны, когда вот мы приходили, они говорили там зачем? И оказывается, что даже Министерство науки наше говорило, что это не перспективно, потому что мы показывали и там. А наши вот эти вещи средства ПВО, которые в то время разворачивались где-то, ну, по сути дела, с 8 до 12 часов или там с 6 до 12 часов развертывали боевого комплекса, мы предложили выкинуть кабель и поставить радио. Они пытались взломать, естественно, никто мог не заглушить и взломать, потому что система очень надежная. Мы специально ее усилили. Но это тоже в начале 90-х годов, это никому не нужно было. Но там много было вопросов. Я когда пришел, помню, в начале 90-х годов в российское правительство, куда меня звали что-то там делать, и сказал, мы будем продолжать делать технологии. Мне сказали, что на технологии денег нет, есть деньги на строительство демократии. А демократии ничего не понимают. Благодарю, Василий. И историй много. Очень много в моей жизни. Я буду как бы отдельно просить вас вот, и Екатерину, чтобы мы все ваши истории отдельно записали, сделали такой, знаете, видеоальманах. История Александра Гальцева. Александр, про шифрование у меня есть. Прости, что я не даю тебе слово ставить. А мне просто... интересно послушать, я вот. Много раз. Про шифрование. Вот скажите, пожалуйста, мне. Да, то есть, ну, у меня есть крипто-мессенджер, но даже суть не про это, а про то, что есть вот, WhatsApp, Viber, Skype. Все ими пользуются, да? Вот, и зачастую люди, не знаю, защищенные эта связь, незащищенные, перехватывают, читают, слушают. Можете как эксперт сказать, что вы думаете по поводу, ну, самых популярных мессенджеров? WhatsApp, Viber, Telegram, Skype? Ну, про него не буду говорить. Но самый засекреченный, самый лучший, это есть мессенджер израильской компании. Которые говорят, что они ничего не сохраняют, как все. То есть основной же вопрос, сохраняют или не сохраняют. А они уже пути никому не показывают, кроме своей Моссады, да, там где-то. Но как бы в целом другие службы взломать не могут. И по сути дела он тем хорош, что он даже на телефоне у вас требует дополнительного закрытия. То есть вы не можете войти, открыть телефон, чтобы вы не можете войти дальше. Это то, дает, что дополнительная защита чисто для пользователя, а с точки зрения уничтожений от переписки, они реально зашифрованы. Но вопрос, насколько нам это все нужно, да, вот у меня есть друг такой, если вы знаете, Фил Зиммерман. Я понимаю, Зиммерман, да. Который, собственно, внедрил публичную криптографию, он сидел в Америке где-то полгода, потом его журналисты освободили. Он такой забавный очень человек, любитель еды и женщин. Не пьет абсолютно, потому что у него родители были алкоголиками, и он как бы абсолютно алкоголь воспринимает, но две темы у него очень больные. Он как-то даже напросился приехать в Москву, кто помнит этот Hungry Duck был. Да, был, я напрягся. Где девушки танцевали на столах. А вот он ради него приехал это все посмотреть. Это было такое замечательное заведение, куда многие мои знакомые иностранцы подписывались ходить, причем высокопоставленные, достаточно имею с точки зрения бизнеса. Или работать бар-аттендами, чтобы в этом баре подавать пиво, когда открывался вечер для девушек. Кто помнит этот бар? Я слышал, на маленькой было.
когда открывался этот бар, там был канадский человек, который придумал, такая бизнес-модель у него была, у него в среду пусто было, придумал, вот девушкам свободный вход, и что хотят, кто пьет. И потом в 11 вечера он открывал бар для мужчин за $200 одной бере. Ну да, и там было очень много экспатов и посольств, все постоянно в Джонни в Хангри Даггер. Да, отходили, но им хотели еще поработать там, они не просто отходили, они хотели стоять за барной стойкой. Он популярен среди иностранцев. Слушай, ну а ты пользуешься Silent Circle Zimmerman? Честно говоря, нет, потому что ну, как бы телефон не сработал у него, да, вы знаете, телефон должен был выпуститься, он все равно не работает, потому что, да, потому что количество людей, которым надо очень сильно от спецслужб скрываться, но как бы немного. И потом, когда им очень нужно скрываться, то есть совершенно другие средства для того, чтобы это все осуществляется. Скажи, а вот если говорить про WhatsApp и Viber, вот знаешь, у нас там все перехватывается, все читается, но ведь есть peer-to-peer звонки, peer-to-peer сообщения, правильно? То есть вот в этом случае, как ты полагаешь, вот прям коротко понятно, WhatsApp и Viber читается спецслужбами нашими, АНБ, ЦРУ и так далее? Ну, давайте это все может писаться. Если кому-то надо за кем-то очень... Есть много способов определить, вас слушают по телефону или нет, да? Там где-то порядка 11. Может, всем интересно. Ну, хотя бы первые 2-3. Как все определить, прослушают тебя или нет? Так, давай. Сейчас мастер-класс от Сенсея. И как определить, слушают? Все достают телефоны и начинают. Ну, во-первых, если на эту тему, отвечу сначала на скайпе. Ясно, что компания пытается сохранять и не слушать. Вы знаете, эти все эти разговоры у нас очень иронически говорили о том, что вот Apple не раскрывает, там вот они там жульничают, на самом деле они все раскрывают. На самом деле, вот принцип репутации в американских фирмах очень серьезен. Да? У них, я все время советую нашим, что необходимо открывать подразделение, там, если это работает с правительством. Если это подразделение работает с правительством, оно работает с правительством. Там все секреты, но все сотрудники компании к этому не имеют никакого отношения. Соответственно, все, что правительство их просит, они там делают, да? Но они никак не смешивают бизнес и коммерческий бизнес и государственный бизнес. Либо они отказываются работать. Вот, например, даже если брать принцип, это вот MIT, там известный университет, они не берут никаких заказов от правительства, если там запрещено работать иностранным студентам. То есть просто принцип, да, и никто не может заставить это изменить, какие бы там ни были исследования велись или еще чего. Это реально существует репрессивный принцип, он очень сильно развит в компании. Поэтому я уверяю, что там WhatsApp, кто там, их это мало интересует. Есть куча методов нас отслеживать, наши интересы, там, наши взгляды по тому, что вы печатаете, публикуете на своих страничках и так дальше. Не надо никого слушать, там из этого делается аналитический вывод, кто вы есть и что с вами можно сделать. С точки зрения прослушки, ну, она очень легко происходит, когда у вас первый признак, когда у вас очень долго идет соединение. Когда вы набираете телефон, и вы очень долго ждете соединения, иногда это не потому что так, потому что все перегружено, но это один из таких вот принципов. Второе, когда бывает, вам приходят звонки от людей, которые вас не знают, и вы говорите, вы перезваниваете обратно, а вам говорят, я вам не звоню. То есть, когда идет подмешивание адресов, это говорит о том, что стоит какой-то... У меня так сложно. Уявимый. Ну, значит, что-то у вас было, я не знаю, в вашей жизни. Как бы такой очень типичный случай, который присутствует. Но по ним это два. Но в принципе там можно перечислять еще на более. Но это теперь личное, очень легко определять, когда стоит обратить внимание на то, о чем вы говорите. То есть вам не случайно включать случай просто-напросто, как бы по выборке. Вы там с кем-то встретились, вот со мной, например, говорили, и кому-то стало интересно, есть ли смысл послушать а результаты нашего разговора. Ну вот смотри, такой вопрос. Например, ну все знают, что вас слушают, потому что вы человек, который несет огромное количество секретов.
ваша сим-карта лежит вот где-то там, может даже здесь. Здесь. Да, и тут еще наша куча сим-карт лежит. Вот у нас на автоматическом режиме как-то начинают слушать, фильтровать или не начинают? Не, ну, я не знаю, там это уже как бы будет слушать, но известно, что если у вас телефон, люди, которые у меня, друзья, которые параноят, да, там, очень сильно, они, во-первых, всегда заклеивают камеру и никогда ее не пользуют, потому что ясно, что вас могут, я держу телефон, или так, и вас всех видно, и меня видно, и понятно, с кем я, что ничего я делаю. Ясно, что меня могут писать, что я говорю, там, даже при выключенном телефоне. Поэтому, даже если телефон выключен, да, он никогда батарейки не вынимается, поэтому, как бы, вот это только если батарейку вытащить с тех телефонов, где они вытаскиваются. Там можно отсоединить батарею, как бы, уйти от связи. А так, по сути дела, вы все время находитесь в такой зоне опасной сами. Мы были на одной конференции здесь, в Москве. Мы устраивали конкурс стартапов как раз security. Это конференция Positive Technologies, она проводит Positive Hack Day. Там собираются хакеры всей России. И надо сказать, что... Можно микрофон Саши подключить? Ну, я поближе могу. Все компьютеры люди выбросили, наши, по крайней мере, после этого. Потому что все наши компьютеры были компрометированы. Точно так же, как телефон у моего коллеги из по фонду, из американского офиса, у него он переключился на обслуживание МТС и больше с МТС не возвращался. Он вернулся в Америку, у него телефон AT&T, у него загорается МТС. Ясно, что этот телефон он тоже выбросил в мусорное ведро. Соответственно, ну, как бы сегодня техника взлома и работы, она такая. Ну, вы должны быть интересны для кого-то, чтобы это делать. Иван, мне что, теперь компьютер выкидывает после вашего шоу? Петр, ну там у тебя такие замечательные треки стоят. Катя, что-то... вопрос Катя, слушают или нет. Катя, у вас есть 5 миллионов долларов? Еще упростим, у вас есть 10 миллионов долларов? Без комментариев, но я, у меня есть, скажем так, я не буду афишировать. 100 миллионов долларов. Но мне кажется, есть? Там не в деньгах дело. Но если меньше, то нет, вас не слушают. Да? Ну, был у меня один случай в жизни. Стоит. Слава Богу, что один. Да, ну это как бы, я же красивая женщина. Саша, ну, давайте перейдем к вашему замечательному фонду «Алмаз Кэпитал». Расскажите, ну, про 1-3 уникальных проектов, которые вы финансируете, которым инвесторами которого ваш фонд является, вот прям вот горячее что-то, самое интересное. Ну, вы знаете, ну, если мы куда-то проинвестировали, мы считаем, что этот проект очень интересный. Мало кто знает, что вы инвестировали на самом деле. С точки зрения все ли мы видим интересные проекты, ошибаемся ли мы, естественно, ошибаемся, потому что в любом варианте любое инвестирование проводится на личном эффекте, да, то есть человек приходит, лучше всего приходят люди, которые приходят по рекомендации, да, которых ты знаешь, тех, которых другие знают, потому что если вы берете любую серьезную компанию, она строится 5-7 лет, если мы хотим чего-то достичь. И 5-7 лет – это большой период жизни у человека. У нас 15 тысяч рабочих дней всего, если так посчитать. Не так много времени у нас у всех в этой жизни для того, чтобы что-то полезное сделать. Исходя из этого, когда приходит компания 5-7 лет, если ты должен жить и работать, то ты первое должен работать с этим человеком. Мы часто говорим так, что с точки зрения предпринимателя, он смотрит на нас как, вот, как мама или папа, одиночка с ребенком, который хочет найти человека, который любил бы его ребенка точно так же, как он любит его сына. Я хотела спросить, что это на уровне влюбленности какая-то должна произойти? Или смешанная с интуицией? Да, в этом есть такая проблема, да. То есть это вот, там потому что возникнет такое личное доверие, потому что вот были названы проекты, я сказал, вот ребята перевозками занимаются очень много компаний, этим занимается очень много компаний. Какая из них выиграет, вопрос состоит в том, к этим людям доверять, что они такие, которые могут пройти все эти этапы, да? Они обучаемые с точки зрения не только от нас, а обучаемые вообще с мира, воспринимают мир
если вы встречались с Билл Гейтсом, Билл Гейтс любым человеком, с которым он разговаривает, он все записывает, да, вот буквально любую мысль, которую ты произносишь, которая показалась ему интересной, он пишет. Но он пишет это для двух причин. Одно, потому что он, чтобы запомнить, а второе, чтобы обезопасить себя. Претензии, конечно, когда после разговора кто-то заявляет, я ему продал такую идею, и он ее теперь реализует. Вот, поэтому тут двоякая такая штука, но тем не менее обучаемость человека, восприятие, оно вот как бы может ли он расти, это очень важно, да. А самое главное, если вы возьмете любой бизнес, он никогда не начинался с того, что он начался, и так и движется, и люди должны уметь делать и пивоты, и держать удар. Вот это вот самое главное, что для нас очень важно. А дальше критерий простой, да, критерий, если человек нам нравится, вернее, команда нравится, то дальше критерий простой, рынок большой, а рынок должен быть нормальным, чтобы компания могла делать эти пивоты, а второе, чтобы была технологически как-то защищена от всяких нападок и всего остального. И дальше существует такая штука, как собственная технология. Хотя мы считаем, что только 25% это технологии, прототип, там, идея, а маркетинг и селс это 75%. Поэтому вот сочетание этих вещей нам важно тоже увидеть и услышать у людей. С точки зрения чего мы проинвестировали и инвестируем, мы такой, правда, мы опять попали в какую-то новую волну восприятие, потому что наша первоначальная штука была это вывод компаний на те, которые мечтают о глобальном рынке, помощи выйти на глобальный рынок. Наш Silicon Valley офис, он больше, чем московский по размеру. И наша задача людям дать возможность реализовать себя на самом большом рынке, в котором они могут быть. А это было в одно время не модно, как вы помните, но на последнем питерском форуме наш лидер страны сказал, надо уделять внимание выводу, экспорту и всему остальному. Мы попадаем опять в тренд, что, по крайней мере, нас не будут преследовать или послушивать очень часто. Но с точки зрения куда? Венчурное финансирование важно поймать волну, да, то есть волна, на которой ты можешь сделать там очень большой рекорд. Мне пришло вчера там какое-то сообщение, я садился в самолет лететь из Нью-Йорка в Москву, приходит сообщение, человек пишет, а вот у меня есть интересный проект в социальных сетях. Но ему хочется обидное что-то сказать, но не поворачивается, да, потому что социальные сети уже как бы на них нельзя уже много заработать. А что сейчас на волне, что сейчас тренд? Вот чем стоит заниматься людям? Вот они идут своей дорогой там, с этими перевозками. Я говорю, слушайте, ребят, не идите в перевозки, идите вот в эту. И что это такое? Куда им идти? Какую волну? Ну, то, что не относится к очень глубоким технологиям, куда они, собственно, идут. Это то, что называется corporate economy, да, то есть это то, что к чему другие называют организацией, там всем это, по сути дела, по всем вертикалям можно что-то строить. Ясно, что в этой области произойдет очень много изменений, потому что, опять же, вытаскивание данных из сетей, много всяких данных, которые появляются, которые дают возможность оптимизировать и производство первых по вертикали, и какие-то бизнесы по вертикали, и все что угодно. Второе, то, что нам очень нравится, это то, что сегодня называют таким словом artificial intelligence, да, то есть она, это то, что сейчас подходит к тому самому началу, которое через там, несколько там, лет будет сильно-сильно выстреливать. А с этой точки зрения, конечно, там многие начинают думать уже дальше, там соединение нейро там, вместе с artificial intelligence, то есть исполнение команд из головы. Но, тем не менее, до этого еще очень много вещей, которые должны технологически появиться. Потому что есть горизонт, где там 36 месяцев, туда относятся квантовые компьютеры, туда относятся много всяких интересных вещей. Там секретарь-ассистент, или там, сейчас говорят о том, что CEO можно будет убирать, и не нужен, то есть будет заменять. Второе модное слово блокчейн, там все слышали о нем. Греф об этом вообще часто говорит во всех выступлениях.
Ну да, это считается волной абсолютно революционной, потому что очень важно, что у нас очень много лишних звеньев в нашей жизни. Да? Вот опять же, вот тот человек молодой, который говорил о real estate бизнесе, в нем как бы очень много лишних звеньев. И надо доверять, надо доверенности писать много вещей. То есть блокчейн или смарт-документы, они заменят, должны вычленить очень много. Могут пострадать нотариусы, которые как бы лишнее звено многих цепочек. Да? Для них это не очень выгодно, а так как ты заходишь, они там отсчитал деньги, штамп получил, был кодекс такой простой бизнес. Да? Вот. С этой точки зрения, это то, что лежит в таком очень, то, что называется disruptive, да? Потому что есть вещи, которые меняют целые понятия, как изменил там Uber, ведь Uber не перевозка, в конце концов, основной вопрос в Uber, а вопрос в том, что меняется среда автомобильной промышленности, она тут совершенно другая. С этой точки зрения, как бы по-другому будем относиться к автомобильной промышленности, это почему, например, Volkswagen вложил большие деньги в GetTaxi. Поэтому вот эти все изменения, они... Вы имеете в виду, что частный транспорт выйдет на Каракан, да, и все будет проходить? Нет, просто даже автомобили будут делаться по-другому, да, они будут делаться под то, чтобы обеспечить вот этот новый тренд, а не такие, как они были раньше, да, до того, как они станут ездить без водителя. Скажите, Игорь, тоже, а как тебе такая мысль, что, ну, вот я все время себе представляю такую картинку будущего, и здесь вопрос, а зачем мы работаем? Ну, то есть, грубо говоря, если бы мы не работали для того, чтобы заработать денег, чтобы на них потом что-либо купить, а чтобы за нас, ну, кто-то как бы работал, мы получали бы все остальные блага, то мы могли бы тратить время на саморазвитие, в буквальном смысле. А тот, кто сам не развивается, идет работать, собственно говоря. Ничего нового нет, если ты почитаешь историю там, о древних греках, и Рима, и Венеции. Не, я про роботов. Общество проходит такие, а там вместо роботов появляются какие-то дешевые там материалы. И потом появляется еще такая, что есть такая книга, я не знаю, кто читал эту книгу, «Why Nations Fail». Есть такая книга, почему нации вообще умирают, да? Там очень много примеров. Как раз можно посмотреть, как наше общество развивается, что в нашей России происходит, что ее ожидает, может ожидать на исторических сопоставлениях, вот, сочетания технологий. Как сейчас называется книга? «Почему нации умирают». Если на русском перевод есть или нет, то на английском точно доступно, по-моему, даже в интернете. Весьма очень такая положительная, советую всем прочитать для того, чтобы философски думать. Давайте вопросы из зала, наверное, да, Александру зададим. У кого есть вопросы? Я вот, у меня профильный вопрос. Как сделать киноиндустрию в нашей стране нормальным бизнесом? У меня, наверное, просто, наверное... Какую индустрию? Кино. Кино. Чтобы кино приносило деньги, не оставалось выпущенным и не разворовывалось по пути съемок. Но я понимаю, что это такой, скорее, риторический вопрос. Чаяния, мои чаяния. Знаете, у меня был опыт столкнуться с киноиндустрией. В нашей стране. Рассказывайте. Это был такой фильм-стартап, если вы помните. Да, да, вот, кстати, фильм же это тоже стартап. А что, вы не снимали или вы там снимались? Ну, как бы я не снимался, я, слава богу, не снимался на таких фильмах. Просто в какое-то время подумал, что должна появиться пропаганда другого образа, да, там, как бы предпринимателя и так дальше. Герои нашего времени. Ну да, и, соответственно, я просто промоутил эту штуку с точки зрения и денег, и с точки зрения получения денег из всяких источников. И я столкнулся с этими амбициями. То, что самое сложное в вашей индустрии, это амбиции продюсера, режиссера. Ну, актеры, они как бы меньше, у них надо дорасти до очень высокой величины. Медийности, как у нас говорят. А эти ребята, они между собой работают не могут, потому что я разобрался, существуют фильмы режиссерские, да, и существует кино. Продюсерское кино. И как бы два этих вещи входят в такое противоречие, что вот все эти вещи, о которых вы говорите, они по дороге случаются. Поэтому, результат... Чем кончилось? Налицо. Нет, ну фильм-то вышел, но не стал таким популярным. А как называется? Стартап. Так называется стартап. Почему он стал популярным? Потому что, знаете, был сделан акцент
на Яндекс, там буква «С» такая красненькая. Я скажу вам искренне, я не смотрел фильм по одной такой причине. Я не люблю фильмы про, скажем так, заранее, ну, успешные, всем известные компании. Ну, то есть одно дело там про Facebook, про Google, про Twitter показывать. А тут как бы про Яндекс, как бы, ну, как бы не про Яндекс. Совсем про Яндекс. Ну, не совсем, но как бы. Да, без смысла, что много собирательных образов. Да, я вам сказать более того, что вот если бы они не сделали красную буковку «С», и не было бы ассоциации, что это, это про Яндекс. Я бы точно его посмотрел, потому что я про Стива Джобса смотрел фильм, но раз много его там историю, хронологию, там, книги там, про него читал. А на это я принципиально не ходил, потому что, во-первых, мне актеры не нравились, я не гляжу, они не творят. Ну, там была эстонская актриса, которая была все время сонная, конечно, без темперамента. А вы часто принимали участие в кастинге, то есть, вернее, осматривали? Мы больше выбирали режиссера и продюсера. Это и была работа, но как бы в кастинге участвует, я ничего в этом не понимаю. Выбирать человека по его там, каким-то данным, да, но как бы нет. Давай три вопроса из зала. Огромное спасибо, во-первых. Хорошее впечатление. Вопрос такой. Каким из ваших проектов вы больше всего гордитесь и о какой упущенной возможности больше всего жалеете? Я стараюсь жить вообще по принципу, что я никогда ни о чем не жалею. Все, что происходит, оно происходит либо из-за наших эмоциональных или каких-то других вещей. И, соответственно, что об этом жалеть, если что-то не состоялось. Или состоялось не так, как ты хотел. Можно говорить, Авито к нам приходил, мы не вложились в Авито. Не вложились. С точки зрения, были проекты интересные, которые не состоялись по тем или иным причинам, в которых мы ошибались. Если говорить о первом фонде, мы вложили порядка, точно не помню, 15 или 16 компаний, из которых мы там продали 4, еще остальные в реализации находятся, потому что мы заработали прибыли, как нам спешить никуда не надо, и 4, где мы списали полностью, просто посчитали, что они даже некоторые живут, но для нас они уже не существуют. Я имею в виду, мы не надеемся на то, что с ними что-то будет. Это вот наша работа такая, да. Во втором фонде у нас, более интересные сделки. Мне больше нравится гордиться тем, что у нас появляется серийность, там третий фонд, и у нас появляется вера в нашу, мы можем с этой территории вывозить интересные компании. Какие-то проекты мне нравятся, какие-то не нравятся моим партнерам. Да, мне нравится проект молодых таких киевских трех мальчиков, которые почему-то дружат с московскими тремя девочками, что обычно бывает наоборот. И живут они все сейчас в Сан-Франциско. И строят проект Connected Pets в интернет. Да? А он мне нравится чисто так, по-человечески. А больше мне, например, нравятся глубокие технологические проекты. У нас есть замечательный проект Grid Game, который тоже Греф бегает и много говорит о нем, потому что он экономит на Oracle со 100 миллионов до 5 миллионов. И этот проект дает возможность сделать очень много интересных вещей для финансовых институтов. Другие немного говорят, такие как Barclays или Citibank или Bank of America. Ясно, что Герман Греф, он такой личная личность в России, много, наверное, о нем говорит. Есть другие проекты, последний проект, который тоже, не знаем, что из него выйдет, но мы вложились в такой французско-швейцарско-белорусский проект, который называется PIC. У нас был такой Quick, который мы продали Skype, а теперь у нас есть такой PIC. PIC — это, по сути дела, все привычные wearables, которые люди носят часы, треки, но основное, что ребята сделали, они поменяли абсолютно бизнес-модель, потому что вы покупаете девайс и скачиваете себе софт на девайс тем видом спорта, которым вы сейчас увлекаетесь и занимаетесь, там кикбокс, или же там горные лыжи, или игра в гольф, или там игра в хоккей. Идея состоит в том, что они делают за 2 месяца, настраивают на любой вид спорта, снимая некого профессионала, и не обязательно, что это был самый лучший
но тот, который правильно техничный, потому что для меня все технично делать. И вы себя можете сравнивать свои движения с профессионалами. Мало того, вы можете социально сравнивать себя там со всеми. Например, на горных лыжах поехали там 10 человек, и вы можете сравнить технику каждого из вас. И вы можете там поиграли в теннис, посмотрели удары, там, подачи, там еще там. Ну вот, как бы, нам очень это понравилось. И понравилась очень команда, потому что такие горячие французы, точные швейцарцы и такие вот забавные белорусы, почему у них в офисе ездят роботы, представители тех людей, которые сидят в Лозанне или в Париже, они общаются с белорусскими ребятами, с своим представителем, который ездит по офису, где-то приходят на совещание и с ними разговаривают. Ну, как бы очень забавная команда, нам это все нравится. Какие еще вопросы? Сейчас еще и вопросы есть один. Добрый вечер. Александр, большое спасибо за интереснейший рассказ, сумасшедшую энергетику. У меня к вам два вопроса. Первый, на ваш взгляд, почему ни в одном стартап-шоу не представлены реальные проекты? То есть приземленные. Не к нему, к нам вопрос, не к нему. А, окей. Может, тогда к вам. Да. К вам вопрос, интересуют ли вас такие проекты, вкладываете ли вы деньги в реальный бизнес, приземленный, где также используются современные технологии, но не актуально, он находится в конкретном месте, он производит конкретную продукцию, его тоже можно масштабировать, он инвестиционно емкий, но, так сказать, после себя можно оставить наследие, в отличие от виртуального бизнеса. Вы знаете, вопрос наследия – это такой сложный вопрос, конечно. Нас интересует проект, я сказал очень простой, если говорить о наших интересных проектах. Нас интересуют проекты, которые мы имеем потенциал ставить по капитализации на миллиард долларов. И если это вкладывается в нашу стратегию, тогда да, нас интересуют проекты, которые не требуют много производственных затрат, потому что это деф-финансирование, которое надо привлекать, и в России нет институтов, которые дают кредиты на выгодных условиях производства. И это, пока это не случится, заниматься такими проектами – это, ну, своего рода самоубийство для венчуристов. Потому что если вы возьмете там программы Silicon Valley Bank или кого, они выдают кредиты под очень маленькие деньги и вообще беспроцентные кредиты компаниям, которые делают производственные проекты под гарантии венчурных капиталистов. И с этой точки зрения нам легче работать с проектами такими, которые этого не требуют, если говорить о чисто российских вещах. Мне кажется, что просто в России нет достаточного количества фондов и достаточного количества людей, потому что мы делаем всего 2-3 сделки в год и смотрим где-то 1000 проектов. Да? И с этой точки зрения выборка, ну, правда, мы отсеиваем там сразу где-то 500-600 одним просмотром, а реально мы так детально смотрим где-то, ну, около сотни, да, выбирая из них 2-3 в год. Поэтому если считать, нас очень мало. То есть мы запустили еще Руну Capital в свое время. Ну не так много и формируется на частные деньги и с такой частным подходом. Те, что выдают гранты, я считаю, это неправильно, потому что это вкладывают предприниматели, они не отвечают за деньги в этом плане. Они отвечают перед прокуратурой, конечно, но не отвечают реально за деньги для того, чтобы они эффективно были использованы. Вот. Но модель должна быть найдена. Я приводил всегда пример, что средняя сделка Гугла, если отбросить 3-4 крупных сделки свыше 200 миллионов долларов, то средняя сделка Гугла всего 25 миллионов долларов при покупке компании. Исходя из этого, цена компании в России должна быть на уровне среднестатистической 10 миллионов при покупке. Для того, чтобы построить такой бизнес, там, с доходом за 10 миллионов, там, условно, венчурному капиталисту или ангелу, надо иметь хотя бы, там, если бизнес строится даже кратко, 3 года, условно, все равно надо заработать деньги, это значит, return on investment должен быть где-то приблизительно там, 25, как минимум. То есть вы можете посчитать цифру, на какие деньги надо построить бизнес, чтобы его продать на 10 миллионов и получить 5%.
Мазарты металла. С этой точки зрения, вот в этом есть, так сказать, в России проблема. Вторая проблема, у нас нет спроса на инновационные продукты. Инновационные продукты – это компания в том числе. Ее продукты и на сама компания. Но пока это все формируется каким-то образом. Но, наверное, что-то получится. Где вы посоветуете Я думаю, что вопрос, может быть, будет отдельно задать, потому что сейчас есть вопрос. Дорогие друзья, если вопрос больше нет, то давайте поблагодарим Александра. Спасибо. Большое спасибо. Надо представить сценарий по вашим историям, и все с удовольствием мы снимем.